Предначертание. Зачем пишу? Что вам сказать? Что скучно мне, темно или душно? В окно смотрю, прекрасно мне, глаза вздымая к потолку. Я вам не вру, еще дышу, перу доверившись послушно. Хочу, стремлюсь я мысль мою на ум пришедшую в строку, на лист излить светло, воздушно. Болезни старости глубокой пока не чувствую пороков, здоровье корни мнится мне еще свежи и как бы новы, и кажется они здоровы и даже молоды вполне. Я не пытаюсь вкусы сузить, но не стараюсь, вам скажу, тех встреч искать, себя конфузить. Пред Магдалинами жужжу, былого интереса нету, я в шуме улиц обхожу тех музыкантов и поэтов, что в пляжных тапках и штиблетах, здоровяки с большого света, сбивают мзду на сигареты, на пиво, водку и лапшу. Их поэтические вкусы и стиль, и жанр я не сужу. Схватив инфаркт в пылу помпезном, с бомондом в битве жизни всей прозрел. Поймите, бесполезно учить мир слышать глухарей. Где воробей запел под крышей, а где разлился соловей, иль Иволга насколько выше в небесной песенке своей. Сказать, как дождь бежит по листьям вдали чуть вздрогнувшей весной. Звенит, так пеночка рассыплет три нотки в зелени густой. Прекрасно мне, смотрю в окно, прозрачный день весною веет, уж к полдню солнце луч теплеет. Я пишущим скажу одно, тут, как в любви, когда приспеет, тебе дано или не дано.